Взрослые и молодые смотрят Ленинград экспонат. Ой, нет. Да, я 100 раз пересмотрел этот клип, реально. А это нормально, что видео чуть-чуть тормозит? А, это скайп, да. Правильная девушка. Ну, такие, знаешь, более постельные тона. Лежачие постельные, понятно. Девку, постельные тона, это какие? Детской радости. Очень красивая девочка, офигеть. Короче, когда смотришь первый раз, вообще отлично, а потом просто начинается такая шляпа. От чела плохая энергетика идет. Чё, бам-бам-бам, ура, ура! Вот и такая тема, мне кажется, так девочки вообще никогда не делают. По крайней мере, у меня такого никогда не было. Это что, она от радости так прыгает, что на свидание? С такими труселями как раз только на выставку и ехать. Вот этот момент, вот этот, вот любая девушка так делала. Вот это нет, вот это вот когда... Все так делали. Черт. Именно вот эта вот песня, она очень сильно заедает, потом избавиться от нее очень трудно. Ты что? Нет, нет. Ничего, заросли были, ей-богу. Ну, так подробно все показывать, наверное, не нужно. Усы. Они невидимы, но они есть, да. Нет, у нас было легче жить. Ой, не могу. Это же все накладное получается, это сплошной обман. Да, женская дружба. Не бывает. Нормальная. На лабутена. Да, и такое тоже у всех было. У всех. Ты раньше так тоже джинсы одевали. Да-да-да. Мылом намазать надо сначала. Вот поэтому и наши спортивные штаны, вот эти джинсы, да ну их. Когда куда-то выйти, им надо, блин, потренироваться, переодеваться, поблевать, марганцовочки выпить. Потому что реально моя девушка всегда опаздывает. Плюс-минус так и собираемся, да? Офигеть. Ты нахрена меня с такой жопой родила? Жопа как жопа. Жопа как жопа, ну. Нормальная жопа, кстати. Офигенно у тебя жопа, что ты паришься? Бред, ей-богу. Прилип. Ой, бедняжка. И это не был дублер. Штукатурка вся осыпалась. Незачем вот это вот все на себя красить. Сама сижу накрашенная. Ладно. Накрылась твоя мечта. Я уверена, что каждый, кто смотрел этот клип, прям искренне переживали за нее. Как в поле боя, ну? Но боец, что надо, надо сказать. А теперь вопросы. Что вы можете сказать по поводу увиденного? Вам понравилась песня и клип? Нет, наверное, не понравилось. Да? Ну, типа по-простому, по-нашему, говорится. Вы знаете, да, забавно очень. Ну, ни о чем, конечно, да? Клип хороший, мне понравился очень. 5 раз, может, пересмотрел, может, 6 раз пересмотрел. Мне понравился, конечно, как она одевается, только я не понял, в какой они самом музее идут. Вызывает какое-то чувство жалости. Не надо так сильно стараться выглядеть тем, кем ты не являешься. Ну, есть какие-то глупые вещи, но она же молоденькая, а что вы хотите? Мне понравилась работа режиссера, как это снято, сама картинка в цветовой гамме, да, неплохо. Ничего так, музыка приятная. Один момент не понравился только, когда она хлеб сраным назвала, очень так в ухо бросается. Музыка и видео, найс. Что это не вставлять? Музыка и видео, найс. Это клип на песню группы «Ленинград. Экспонат». И меньше чем за месяц он набрал 35 миллионов просмотров на Ютубе. Сейчас уже, наверное, больше. Как вы думаете, с чем связан такой успех? Цепляет. Бытовуха, в смысле, дома, ну, домашним климатом, короче, да? Классный проигрыш. Вообще все классно сделано. Ну, очень такой, он активный, увлекательный. Вот Шнуров, он очень круто высмеивает вот эти вот женские, вот типа эти повседневные, типа, проблемы. Это отражает... наши дни, она не одна такая. Ну, всем это знакомо, очень натурально. Я думаю, девчонкам больше нравится. Из-за того, что это бред полнейший, но фактически так и происходит, как мне говорят. Со всеми с нами, с женщинами так происходит, да, это так и есть. Заедает, и вы, понимая то, что это бред, смотрите еще и еще. Вы слышали другие песни группы «Ленинград»? Какие? Нет. Не слышала, не знаю. «Рыба», как она называется там? «Рыба моей мечты»?
Вот «Плачу и плачу» мне прям нравится и клип, и сама песня. Ну, по-видимому, слышал, конечно. Я, может быть, и слышала, но там сплошной мат, разврат на сцене. Кто-то принимает, я лично нет. www.leningrad www.leningrad.ru Потом группа «Ленинград», а это та, про которую я думаю, или что это? Или... www.leningrad www.leningrad, а так нет. Вы, как представитель старшего поколения, ставите этому клипу лайк или дизлайк? Дизлайк. Лайк обязательно, 100%. Скорее всего, лайк. Наверное, лайк. Лайк ставим. Не, я, в принципе, лайк. Вы, как представитель младшего поколения, ставите этому клипу лайк или дизлайк? Лайк, 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 лайк. Лайк. Да, лайк, конечно. Лайк. Лайк. Все возненавидят, но лайк. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также смотрите инфографику по воскресеньям. Пока!